Приветствую вас в этом видео. Тема нашего занятия – это подача заявки на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ. Итак, я предварительно выбрал лот. Это торги без объявления цены. Мы можем подать заявку и цену указать сразу при подаче заявки. Итак, в карточке лота у нас есть электронная торговая площадка справа. Если мы кликнем на нее, нас автоматически перебросит в наш личный кабинет. Если не перебросило, то зайдите по электронно-цифровой подписи. Так как я работала, у меня здесь уже все есть. Далее, спускаемся немножко вниз и смотрим информацию. В одной карточке лота, обратите внимание, то есть лот номер один, лот номер два, и здесь может быть неограниченное количество лотов. То есть обратите внимание, на что именно вы подаете. Далее. Республика Коми. Состояние удовлетворительное. И выбираем вот здание начальной школы, лот номер один. Переходим на Сбербанк АСТ. Здание начальной школы, лот номер один. Нажимаю подачу заявки. Обратите внимание, что данная форма предназначена для ее подачи лично. То есть со своего кабинета мы подаем только лично. Дальше ставим галочку, если самозанятый, но я не являюсь самозанятым. И здесь прикрепляю необходимое количество документов. Заявка на участие по форме организатора процедуры. Заявка на участие в торгах. Дальше требуемые документы. Это документы Атаманова, да, то есть, ну, паспорт, ННН снилось. Здесь мы вставляем банковские реквизиты. Дальше. Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы. Подтверждаю. И предложение о цене. К примеру, я ставлю 10 рублей. Я могу это сделать, это полноправно. Дальше. Нажимаю либо сохранить черновик, если мне еще что-то нужно довнести. Но я обычно все сразу сохраняю и нажимаю подписать и сохранить. Документы подписываются. Все заявки мы можем посмотреть в мои заявки. Все. Она у нас здесь имеется.